Здравствуйте! Наступил сезон арбузов и дынь. Сегодня я покажу вам арбузный торт. Берем арбуз и очищаем от зеленой кожуры. Обрезав зеленую кожуру, мы намечаем в центре такую окружность, потому что начнем резать цветок. Наметив контур, мы начинаем резать лепестки нашего цветочка. У всех цветов, у розы, я имею в виду, лепестки заходят один за другой. И поэтому мы начинаем резать от середины предыдущего лепестка. Вот такая получилась у нас роза. Эту розу нужно закончить листьями, можно еще несколько розочек сделать с боков. И получится очень красивый арбузный торт. Сейчас к розочке мы сделаем пару листочков, которые можно оформить вокруг этой розы. Рисуем ножом форму листа и обрамляем. Делаем прожилочки на листочке. Вот один из листочков. Можно сделать листочек с резными зубчиками по краям. Покажу вам тоже, как это делается. Вставляем нож в мякоть арбуза и начинаем. Ножом крутить. И точно так же делаем прожилочки. Под углом ножичек ставим с одной стороны и с другой стороны. Когда вы сделали листочки и несколько цветочков, то можно тортик окаймить такой каемочкой. Я покажу кусочек каемочки, как делается. Можете таким ножом или кухонным ножом уголочки срезать. Но у меня специальный тайский нож. Я делаю вот так уголочки. Можно сверху тоже так же сделать. У вас получится законченный тортик арбузный.